Прожиточный минимум увеличился на 362 рубля. Повышение было связано с ростом цен на продукты питания. Величина прожиточного минимума рассчитывается на основании данных Росстата, и его показатель используется для оценки уровня жизни населения. Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за первый квартал 2014 года на душу населения установлена в размере 7688 рублей, для трудоспособного населения 8283 рубля, пенсионеров 6308 рублей, детей 7452 рубля, говорится в сообщении Российского информационного агентства «Новости». Исходя из цифр прожиточного минимума, устанавливаются минимальные размеры зарплаты, стипендий, пособий и других социальных выплат. К 2017 году, по обещаниям Министерства труда, сообщают на сайте news.ru.com, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум сравняются, что позволит снизить число граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума.